Переход у карьеров, конечно, совершенно правильно, что его построили. И вот эта вот версия, скажем так, облегченная. В принципе, она достаточна для того, чтобы здесь работал переход. Тем более, зимой здесь он особо не нужен. Интересно, что сам переход сделан очень просто. Здесь просто бетон. То есть вот никакой облицовки нету у ступенек. И видно, что они уже начали скалываться. Так что вопрос в его долговечности присутствует. Перила здесь, кстати, классные сделаны. О, и это, по ходу дела, какое-то устройство для подъема инвалидов, мне так кажется. Потому что здесь никакого пандуса нету. Ну, в любом случае, как бы под таким углом вряд ли бы смог человек подняться. А, вот они, смотрите, устройство это на самом верху находится. Вопрос его работоспособности. Это нужно, наверное, чтобы здесь отдельный человек дежурил и смотрел за ним. Здесь покрытие какое-то есть противоскользящее. Но видно, что он еще не до конца завершен, как будто бы. Надеюсь, на этом мосту не будет происходить самоубийств. И с этой стороны тоже довольно большая стоянка присутствует. Это, я считаю, хорошо. Только, похоже, заезд вот с той стороны. Так что здесь стоит знак, запрещающий въезд. И с этой стороны, кстати, нету этой дорожки. По крайней мере, я не вижу. И еще один большой вопрос. А, ну все верно, остановка с этой стороны, сюда же выходит лестница. Тогда все понятно.